Уважаемые друзья, коллеги, соратники и все, кто ищет ответы на свои вопросы по здоровью. В этом году профессиональной ассоциации специалистов висцеральных практик исполнится 25 лет. Мы приглашаем всех на наше торжество. Конференцию, которая состоится 1 и 2 октября этого года. На конференции будут представлены новые эффективные методики и направления оздоровления, которые помогут вам решить свои проблемы и восстановить утраченное здоровье. Вы сами станете целителями для себя и для своих близких. А кто пройдет обучение в нашем центре по дополнительному профессиональному образованию, сможет заниматься оздоровлением профессионально. Обмениваться опытом и делиться своими знаниями стало уже доброй традицией для оздоровителей всех направлений. Год за годом опыт и практические навыки накапливаются и умножаются. И мы с радостью поделимся с вами этим опытом. В конференции примут участие ведущие специалисты в области оздоровления и целительства, которые поделятся с вами своими многолетними наработками. Друзья, у специалистов висцеральных практик есть свой гимн с очень трогательными и проникновенными словами. Он настолько полюбился всем специалистам, что мы его с удовольствием исполняем на всех наших мероприятиях. Гимн нам подарил наш коллега, автор и композитор, который сейчас для вас этот гимн исполнит. А на конференции мы все будем ему подпевать. Знакомьтесь, мой друг и мой соратник, автор и композитор гимна, профессор Алексей Кириллов. Такая вот наша забота, чтоб в жизнь воплощалась мечта. Такая вот наша работа, всегда начинать с живота. Вперед устремлены пытливые умы, нам надо очень многое узнать. Но несмотря на то, что мир не так уж добр, мы продолжаем верить и мечтать. Усталость настает, но утро вновь придет. Мы у кушеток наших, как в строю. И каждый наш больной, как самый главный бой, нам это все назначено судьбой. Такая вот наша забота, чтоб в жизнь воплощалась мечта. Такая вот наша работа, всегда начинать с живота. Мы всей душой верны традициям родным, за нами деды, прадеды стоят. Их ценим за дела, и к нам добра молва, наш неуклонно множится отряд. А если иногда преследует беда, ну что ж, товарищ, становись сильней. Нам надо все успеть, себя преодолеть, а Тимофеич наш, как Прометей. Такая вот наша забота, чтоб в жизнь воплощалась мечта. Такая вот наша работа, всегда начинать с живота. Когда-нибудь уснем, последним нашим сном просохнут слезы, речи отзвучат. Преемники придут, наш продолжая труд, они умножат славу во сто крат. Их испытает жизнь, поднимут флаги ввысь, и дальше той дорогою пойдут, которая длинна, которая трудна, и вместе хором дружно запоют. Такая вот наша забота, чтоб в жизнь воплощалась мечта. Такая вот наша работа,
всегда начинать с живота. Такая вот наша забота, чтоб в жизнь воплощалась мечта. Такая вот наша работа, всегда начинать с живота.